Ту-ту-ту. Всем привет! С вами Ворм, и это игра под названием Freaky Awesome. То есть отвратительный, великолепный или как-то так. В общем, очередная индюшатина, которая... Так, давайте я ее настраивал просто немного, вырублю. Так, громко, по-моему, да, звук? Звук потише сразу делаю. Короче, игра у нас про типа Айзека, короче, очередной Айзек из серии инди-игр, где ты бегаешь за чувачка, который превращается в разного рода мутантов, у которых новые способности, могут тебе творить разные вещи. Ходишь по комнатам, есть секретные комнаты с магазинами, комнаты там с бонусами, боссы и переход на следующий уровень. Типичный Айзек, Айзека рогалик, короче. Вот давайте посмотрим, что она из себя представляет. Есть режим онлайн до 4, как я понял, игроков. Играть с друзьями вчетвером бегать в Айзеке. Ну, в игре типа Айзека. По-моему, это круто, но играем пока офлайн на нормальном уровне сложности. Собственно, как говорил, 4 игрока могут бегать. Так, мутации. А, это то, что у меня уже было открыто, так понимаю. Наверное. Или не знаю даже. Так, давайте посмотрим персонажа, которого можно выбрать. Я даже не помню, какой-то классический. Классический, по-моему, вот этот блондинчик. Я хочу... Под себя есть персонаж какой-нибудь более на меня похожий? Нет? Ну, пусть такой будет. Ну да, типа коричневый волос, синий кофт. Не ношу синий, но пусть будет. Окей. Стилистика, конечно. Ох. За 35 часов до этого. Кого там нелегкая принесла? А, Сэм, это ты. Как жизнь? Там был голос другой подобрать. Я только вчера вспоминал твою роль в «Уродливых тварях 5». Почему ты больше не снимаешься, а? А вот наш главный герой. Слушай, мой Кокс куда-то пропал, ты не видел его? Кокс? Не, братишка, твоей псины я не видел. А, Кокс — это имя псины, хорошо. Куда же он делся? Ладно, извини, не до разговоров сейчас. Пропала собака. Боже, он плачет. Ну да, я бы тоже плакал с собакой. Mm-hmm. А? А? О! Пёс на какой-то фабрике. Быстрее к машине. Едем на фабрику. И, собственно, с этого игра начинается, как я помню. Да. Управление, ВСД, таб и мышка. Окей. Музяк сразу. Вот наш чувак въебался в камень сразу. Идем на фабрику. Нажмите старт, чтобы играть. Ну, может, другой игрок присоединится прямо с этого же компьютера, короче. Прикольно. Так, а чё, таб? F. На Е. На Е всё-таки управление есть тоже. Ого, фабрика у нас такая. Так, левая кнопка мыши бьет ногами, правая кулаками. Хорошо. Так, пробел от настройки. Таб непонятно пока что дает. Так, ну здесь, наверное, надо сюда залезть. Да, можно. Так, он управляется? Да. Ради псины готов на все. Как Джон Уик, короче, чувак. Так, канализация долбится. Пошли в канализацию. Ага. Музяка. Так, просто улетел нахрен вниз. Тут сюжет, короче, даже есть еще какой-то. Тоже такой, типа, простецкий сюжет, но есть, короче. Так, стрелка наверх показывает. И сразу появилось ХП. Это, по-моему, мутации. Ключи собирают, собственные монетки. Ну, типичный Айзек, как я говорил. Оп. Так, на время можно было выбрать персонажа, в которого можно превратиться. Типа он вдохнул радиоотходов, и теперь он... Хер пойми чё. На правую кнопку теперь кувыркается, короче. Налево бьет ногой. Пробел это у нас, это все. На я ничего не делаю. Хорошо, погнали. Так, мобы. Ах, языком дерется. ХП не сердечками, ХП у нас вот такого рода, как здесь показано. Полосочками. Так, это мутаген, который вот как раз снизу собирается у нас. И восстанавливает ХП еще при этом. Окей. Так, это динамит. Красные ящики — это динамит. Взрывают металлические, собственно, ящики, судя по всему. Шипы справа. Непонятно чего. Ну ладно, так. Так. Юплей мне мешает. Надо будет его вырубить. Я не знаю, у вас он был виден, нет? Музяка здесь, конечно, вообще огонь. Да сама стилистика. Ну, типа, сюжет классный. Так. Ай, взорвалось тоже. Так, монетка одна есть, окей. Окей, в бочках могут быть монетки.
И показана, кстати, карта, смотрите, нарисована сверху. То есть это закрытые двери, куда, по идее, можно будет пойти потом. Так, из-за похоже, шприц вылечил меня, как я понял. Так, правую кнопку удобно, кстати, юзать, на самом деле. Можно так быстрее ходить, делать дела, поворачиваться и все такое. Так, а зеленый тоже показывает там стрелочку вниз, спуск. Скорее всего, там босс. Я просто, честно, я не помню. А, динамит еще подобрали, появился. На Q, на F. Как его положить? Стоп. На Tab. На стрелке кнопку мыши выкладываются предметы. Окей. Все, управление все, по идее, мы знаем. Давай сходим вниз. Ой-ой-ой. Только пила и больше ничего. Так, мне интересно, я могу открыть такие двери все-таки шипами? Типа как в Айзеке шипованные двери были? Да, могу, как в Айзеке. Типичный Айзек, абсолютнейший Айзек, короче, у нас, ребята. Так, превращение. Давайте в муху попробуем. Так, муха стреляет. Так, правую кнопку мыши откладывает какие-то... Ой, перерождение делать. ТП с перерождением. Но при этом я не могу драться, короче. Через время сам появляюсь, я понял. Так, окейшки. Удобно, кстати. Стрелок, я теперь могу стрелять. Что за глаз? Ему пофигу, я понял. Давайте сходим тогда еще направо. Забавная мутация, конечно. А тут нет, типа, секрета какого-нибудь, нет? Так, значит, я могу зачем-то портнуться. Автоматом сам через некоторое время он портуется, короче. При этом я не могу не стрелять, ничего не могу делать, понятно. То есть, ну, по мне так способность не особо нужна. Нах. Не, мне было удобнее разворачиваться раньше. А тут еще две комнаты появилось, смотри. Нужно вернуть того брата, акробата, который был у нас, прыгал, бегал, веселый был, ногами дрался. Для меня он удобнее просто, честно. Через всю комнату, что ли, кидает? Да, смотри, через всю комнату кидает. А я летающий, меня шипы заденут? Заденут. Окей, это уже не как в Айзеке. Так, кто теперь? Я могу зажать просто? Нет, не могу, надо нажимать именно. Это неудобно. Так, динамит появился. Так, ну, собственно, все, зачистили, получается, весь этаж, пошли дальше вниз. Не знаю, сколько будет длиться серия, ну, то есть, я не буду проходить или типа того по сериям, там, например. Может быть, постримлю, если кто-то захочет, попишите в комментарии, я ее буду стримить, возможно. Если нет, то нет. А, здесь нет босса, сейчас я понял. Получается, через определенное количество комнат будет босс или типа того. Так, ну, левого беру. Это мне нравится больше. Кувырок, алигор. Еще динамит, отлично. Не могу кувыкаться подряд, то есть какая-то пауза идет небольшая. Спускаемся ниже. Локация пройдена, время в игре 6 минут, ну 7, окей. Найденные предметы такие-то, не найденные предметы, одна монетка. Скорее всего, где-то из металлических блоков, которые я не могу сломать. Собранная жижа, собранная... А, могу сразу выбрать мутацию. Шипы на спине, прокачать все можно, ничего себе. Дальность переката, быстрые ноги, шпоры на ногах. Скорее всего, шипы на спине дадут мне отражение урона. Шпоры на ногах, дополнительный урон. Дальность переката, понятно, что быстрые ноги, быстрые перемещения. Шпоры на ногах, давай вкачаю. А, две могу. Я вкачал шпоры, короче, и дальность переката. Окей, прикольно. По-моему, когда я смотрел в прошлый раз, такого не было. Мина получена. Либо мина, либо динамит. Динамит, мне кажется, полезнее, потому что я управляю сам взрывом, по факту. Окей, по-моему, урон не особо увеличился, на самом деле. Что происходит еще? Эть! Блин, стилистика мне очень нравится в этой игре, прям вообще. Хватит блевать меня, слышь, блевон.
Оп. Вот этот персонаж мне нравится, он прям прикольный, прям такой, какой он нужный. Так, что за соседи появился у нас? Червей пускает тут меня, я понял. Так, мне кажется, я скоро получу уже опять апгрейд. Обновление своей мутамодели, скажем так. Не хотел. Ключ! Ключ — это хорошо. Первый ключ за игру. Допустим. Кабах! И никого не задел. Отлично. Ну, перенос на значение. Отлично. Так, давай посмотрим теперь этого что-то. Ну, то есть я его видел уже, я же чуть-чуть играл, как-то настраивал там все такое. Он бьет башкой. И откладывает яйца. Яйца порождают червей моих. Забавно. Ручка приведения в действие динамита? Непонятно. А, скорее всего, взрывает весь динамит на локации. Да-да-да, точно. Минус. Я тоже так могу. Урона гораздо меньше. Двойная циркулярная пила получена. Открыта ачивка. В смысле, а какая двойная циркулярная пила, я не понял. Что она мне дает? Ну, короче, я могу плодить вармов в прямом и переносном смысле. Забавно. Которая не особо много урона наносит, но наносит. Хотя бы отвлекает врагов, кстати. То есть это больше как танко-модель получается у нас. Окейшки. Остается один проход налево, пошли. Нет, нет. Вот это я хочу испытать. Сундук. У меня есть ключ. Даже не ранее, серьезно? Так, что за циркулярная пила? О, она вокруг меня летает. Крутяк. Закрыта дверь еще одна. А сундук просто так появился, получается. Он не тратил ключ. Так. Найс. Пила прям от бога. Так, так, так. В моего любимого превращаемся. Лох-ключа. А, чё это? Охеренно же. Все ради собаки, все ради тебя. Спасем своего щенка Кокса. Почему нет? Шприц. Шприц, по-моему, отхиливает нас. Можно сделать вот так. И сделать вот так. Да. Отлично. Что это? В этой камере заточена новая мутация. Открой замки и сразись с ней, чтобы ее получить. Ух ты! Прикольно. Так, за один ключ, за три монеты можно купить. Что, посмотрим? А, 3 хп я должен потратить. 3 монеты. Обязательно все замки надо открыть. Окей, давай. Ну-ка. Что это за хрень? А, помню, было такое у меня, когда я тренировался. Ну-ка. Новая мутация открыта. Я ж просто новую игру типа начал, да, специально, чтобы вам показать полностью все. Но больше я ничего не видел, короче, нет. Только вот эту херню. Так, жрет на левую кнопку мыши. И бьет током вокруг себя на правую кнопку мыши. Окей. Ползучек этой херовины. Это магазин. Здесь ты можешь покупать предметы. Также его можно улучшить, чтобы последующих забегов было больше предметов. Ой. Коробка со знаком вопроса. ДНК. Улучшит магазин до второго уровня. Давайте вот так вот сделаем сейчас. А как это сделать? Во, мышку надо нажимать.
шприц с жидкостью, ручка приведения в действие. Окей. Ты это что, что я те кнопки жму? Правую кнопку можно выйти. Хорошо. Так, что у нас теперь здесь? Посмотрим сейчас нашу эту способность. Я смотрю, неплохо работает на самом деле, но очень сложно за него играть. Потому что ХП тратится очень быстро. При укусе быстрее ползает. Это все, что я могу сказать про эту модель. Босс, смотри слева. Прям такой черепушка тут изображен, босс. Забавно. Да, вот здесь весь динамит. Надо нажать на среднюю кнопку мыши. Хорошо, более-менее отхилились, погнали еще. Что это за хуевина? Опа-па-пап. Да, что ж ты. Ой, взорвала меня. Мелкая осадка это достижение. Лорд Ос. Да? Открыто достижение. Какая-то мутация появилась. Очень мало у меня ХП осталось. Странная башка валяется. Ладно, так, какая монетка. А что мне это дает? Я не знаю. Пошли дальше. У меня другой выбор не остается. Короче, типичный Айзек. Прям абсолютная копия Айзека, но со своей механикой, сюжетом. Прикольно, классно. Опять монетки нашел. Так, окей, допустим. Я хочу прокачать всю эту штуку. Быстрые ноги. Я думал, опять дадут два раза вкачать. Ну ладно. А, видимо, я там жижи набрал, там дофига прям два раза набралось. Ну ладно. Пошли дальше. Ну, собственно, обозреваем игру, пока я не сдохну полностью. Правильно понимаю, да? И у нас какая-то лаборатория теперь, смотри, здесь новые штуки. Ай, осколки меня режут, серьезно? Это прям... Подбежать надо было. А ХП не прибавляется, короче. Плохо. Меня же сожрут. Чего пилот не бьет? Очень мало ХП. А там сейчас оса вылезет, смотри. Нет, убилась. Окей. А сколько, как понял, пропадают через некоторое время, да? Или нет? Эту штуку можно запускать. На каждом этаже свои механики еще идут. Прям вообще действуют. Ключи я все потратил. Так, не задел осколок. Хорошо. Очень мало ХП. А им урон наносит, если не пойду по стеклу? Да, наносится, отлично. А, черт, она не сдохла теперь. Музяка зато какая, а? Так, окей, эти хвост призвал как раз босс предыдущий. КП отхиль. Спуск там слева. Но нужно изучить локацию, правильно? Правильно. Нужно ключик найти. Как точно, смотри, метают херни. Долбанная каракатица или что это вообще такое? Так. А, вот этого типа давай. Минус. Так пьет он прикольно. Не пьет, точнее, это. А, пьет, да, что я еще все правильно сказал, что это тут. Музяк и огонь прям меня доставляет вообще дико. Найс. Почему сейчас не сдохну, сука? Вот и ключ, собственно. Не зря пошел, видели? Не зря. Вообще не зря. Очень мало у него урона, на самом деле. Мне вот нравится этот перевертыш, который такой бегает на двух ногах. Ну, я уже говорил, собственно, да.
аккуратненько. Фулл хп, кстати, у нас. И скоро новая мутация опять будет. Ну, не новая, а старая, но... Вы поняли, что я вам объясняю это, ну, как дуракам. Так, вот мой любимый чувак. Бутылка с пурпурной жидкостью получена. Без понятия, что это такое. Где это вообще? Ну, раз надо, значит надо. Чё? Come to me, please. Нужно еще учитывать, типа... Не знаю, прокачивать параллельно всех монстров, потому что механика постоянно у них меняется. Это нужно учитывать. Успевать использовать новых, когда нужно использовать новых. И все такое. Да что ж ты не бьешь-то? Nice, double kill, сука. Так, собственно, прошел, получается, да? Да, чтоб тебя. Да блин. Самое крутое, как я считаю, в этой игре, то, что ее можно играть несколькими персонажами, то есть с друзьями. В локальной или онлайн-сети. Ты чтоб серьезно не достал? Ты охерел, что ли, пидор? Что творишь ты вообще? Еще одна закрытая дверь, посмотри. Пошли сразу сюда. Костя Кобра, смотри, кулачу, неплохо. Найс. Еще и отхилились. Так. Не знаю, куда дойдем. Долгий ласпей у нас получается, уже 30 минут пошла. Ну, типа, 20, сколько, 22-23. Пишем. Так, мой любимец. Двуногий. Скоробег. А, меня тоже задевает взрыв этот. Окей, будем знать. Не зря все проверяется, не зря. Все изучаем, все проверяем. Узнаем новое. А, сквозь стекло вообще любимый могу бить, да? Окей, это хорошо. Это полезное знание. Так, собственно, этаж изучен полностью. У нас почти фулл хп, можно спокойно ехать на следующий. Ну или пытаться это сделать. Сам обрезал себе ножки и сдох. Ну он и лох. Фулл хп. Берем подрыв динамита, подрыв берем на локацию. Карта этажа получена. Где это получено? Типа будет продаваться в магазине или что? Мне непонятно. Так. Жижа позволяет нам вкачать максимально нашего этого красавца. Так, и чё? Играю, алё. Во, назад только... Во, нажимается. Так. Живорождение. Не могу почему-то взять. Меньше урона от снарядов. Большие черви. Длинная кишка. Я не знаю, что за живорождение, но посмотрим. О, смотри, какой шипастый стал. Класс. А я не замечал то, что у меня до этого шипы были. Прикольно. То есть это мы прокачиваемся и это видим сразу в первом же лице. Охеренно. Вот это офигенный персонаж, мне прям нравится. Он прям, я торчу от него, как маленький зерк какой-нибудь, не знаю, из Старкрафта.
сюжет... Так, проверим сейчас. Проживородящую кишку. А, он сразу рожает червей, короче, без этих... Ну, нет, яйцам, короче, так было написано, я понял. Надо будет посмотреть больших червей, и может быть, он будет вообще прям долбить их только так, только в путь. И при этом долго жить, потому что жирный, по идее. Ну, типа, должен быть более живучим, если жирный. Червь на червя. У него сильнее червь, я понял. Так, открыли босса. Уже открыли босса. Я не помню, можно было от босса выйти потом? Не помню, но не суть. Мы пойдем сначала изучим все равно весь этаж. Я не знаю, сколько я вообще буду жить. Я пока что-то очень долго живу. Я когда ее сам для себя посмотрел, когда просто всякие индюшки скупал, закупал, просто чтобы было во что поиграть и так далее. Я так далеко не доходил, если честно. Я там максимум первый этаж проходил, первая локация сдох и все, собственно. А ты что? Золотая комната, кстати говоря. Внезапно. Так. Зерга моего, дайте мне. Открывается золотая комната обычным ключом. А в ней, собственно, вот такая механика. Я понял. Угу. 10 сердец. 6 ключей. Вы долбанулись? Где я это все найду? Вы что, дебил еще? Мне, знаете, что кажется? То, что это копится херня. Типа, она перемещается по этажам, и остаток потом закупается. Мне так кажется. Я подозреваю это. Либо на каждом этаже будет своя разная штука, не знаю. Может быть, сейчас сможем ее собрать. Очень маловероятно, но возможно все-таки. Если соберу столько ключей здесь, хер его знает. Но было бы обидно попустить, на самом деле, модернизацию. Я бы реально постримил. Реально, серьезно. Типа, какая зак раньше мы стримили, так можно эту игру постримить. Типа, почему нет? Она прикольная, веселая, забавная. И магазин, собственно, у нас тут есть. Так. ДНК непонятно, что дает. Коробка со знаком вопроса. Да, надо нажать точно. Да, стоп, и правую кнопку, чтобы выйти, окей. Что нам надо это? Я ее использовал, и ни хера не произошло. Ну, ладно. Допустим. Больше я ее использовать не буду никогда. Хотя там, возможно, что-то полезное может быть. Ой, что-то у меня больно колотится, я смотрю, да? Педики всякие. Иди сюда. Давай, ты не будешь доставать. До свидания, сучара. Монетки еще. Монетками я, в принципе, могу купить замок один отворить, но только один. Типа, их там дофига пойти. Очень удачно сломался. Я сейчас подохну. Надо пить. Трипл пенетрейшн, тройное убийство. Открыто достижение. Окей. Пока даже живу, и пока уже даже на фул хп. Смотри. Ты как ты по ним попал-то, сука? Да сука, хорош меня стрелять. Спокойно. Пока живем, пока все хорошо. Хорошо, что это херня шерегинит. Так, и мой любимчик, отлично, перед боссом прям. Прям как нужно почти. Все как нужно. А, то есть, я запульнул здесь эту бочку, она улетела, баллон точнее, газовый. Он улетел, но взорвался, когда только вернулся в комнату. Это странно. Так, странно, как эта комната. Зря я встал в лужу. Опачки.
Электрошокер. Он сам бьет или как? Да, временами сам колет во врагов. Неплохо. Хорошо. А, детонатор все взрывает вообще. Если я юзну предмет детонатор, короче, он взрывает вообще все. Все, что взрывается в комнате. Шокер, не понимаю, как работает на самом деле. То есть он не за пределом следит, а как-то сам по себе херачит. Очень странная комната. Ну ладно. Не понял. Очень странная комната, почему не пустые? Да чтоб тебя, не хотел я превращаться сейчас. Мне он на боссе этот персонаж мне не нужен вообще. Честно. Вот. Беда вообще прям все делать четко. Уже тактику даже понимаю, как драться с кем. Из-за кого. Бутылка с красной жидкостью получена. Что это? Не берется. Возможно, отхиливающая какая-то херня полностью у нас. И она, скорее всего, нам пригодится после босса. Если с босса можно будет выйти. Но я не знаю, мы посмотрим сейчас. Ой, это как пучиха в Айзеке была, кстати. Ох, ты ж клешнем бьет, смотри. А как ее бить-то? Это забавно. Меня задавило 20-тонное, типа. А как у нее уворачиваться, собственно, от атак? Если она прям херачит в любую точку. А вот хрен его знает, это нужно изучать потом в дальнейшем в игре, если ее проходить, стримить, возможно, потому что я бы ее с радостью постримил, честно. Особенно по такой музыке, да? Так, ладно. В общем, вот такая вот игрушка, прикольная, веселая, классная, про нее уже все рассказал, что только можно было, ну, в рамках данного летсплей-обзора, если его так можно назвать. А всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите дальше, комментируйте, говорите, хотите ли вы стрим по этой игре, смотрите другие плейлисты и все такое прочее. Короче, там на группу ВКонтакте подписывайтесь, клубы мы смотрите и смотрите стримы, когда будут выходить. Вот, в общем, всем удачи, всем пока!